Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая. Число заболевших ковидом растет. Причем темпы заражения в последнее время очень высокие. Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно. Важно наращивать темпы вакцинации. Хочу еще раз обратить внимание глав регионов. Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения. Мы специально по поручению президента организовали бесплатную вакцинацию для всех желающих в каждом регионе. Повторю еще раз, бесплатно и на всей территории страны. Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом.